восточная дива Бобруйска. Это когда девушка, девочка танцует именно нашего танца. Она очень сильно наполняется чистой женской энергией. Покажет мастер-класс по белли-дэнсу. И своих домашних питомцев. Две кошки, рыбки, улитки. Расскажет, как совмещает карьеру и материнство. Сейчас вообще все это очень легко. Посудомоечная машина моет посуду. Стиральная машина стирает белье. Раскроет секреты прекрасной формы. Природная, наверное, и плюс труд, который влаживается. Один день. И единственный диагноз. Просто получать удовольствие от жизни, от окружения, от того, что живешь, дышишь здесь и сейчас. Смотрите прямо сейчас. В эту танцевальную студию мы обязательно вернемся, а пока на часах 7:50 утра. Бобруйская мама Дэнс Алена Арсентьева хлопочет на кухне. С утра ей нужно собрать в школу двоих сыновей, Никиту и Федора. А также покормить живность, которой в доме у нее очень много. Это две кошки, улитки, питон, хомячок и рыбки. Как-то так сложилось, мне мама не разрешала, запрещала. И, наверное, может быть, поэтому, а может, потому что просто дети, и я им позволяю. Животных. Последние 10 лет обаятельный руководитель студии восточного танца Лана успешно сочетает профессиональную карьеру хореографа, тренера и воспитание троих детей. За пределами дома она проводит много времени, однако ее близкие относятся к этому с пониманием и всегда с нетерпением ждут маму с работы. Туазы вкладываем в детей до 3 лет. Я такая мама строгая довольно, справедливая, но строгая, и понятие границ у них существует. Лишний раз повышать голос там, или как-то строить, воспитывать не нужно. То есть кусок времени тоже экономится, и энергии в том числе освобождается. Поэтому техника помогает, конечно, очень. Муж, мы стараемся друг друга поддерживать во всех делах и начинаниях, с пониманием относится. Когда у меня какие-то концерты или мероприятия, или я готовлю девочек к конкурсу, то, безусловно, меня дома мало. Он терпит, ну, потом уже мы возмещаем это. Время препровождения вместе на даче или где бы то ни было еще. Алена Арсентьева, руководитель студии восточного танца «Лана», родилась в 1976 году в Бобруйске. Первый профессиональный преподаватель восточных танцевальных направлений высшей педкатегории и первый чемпион в сфере восточных танцев в городе. Активный участник образовательных мастер-классов и интенсивов звезд белорусского белли-дэнса. Обладательница Золотого кубка Беларуси 2014 года. Золотого кубка стран СНГ 2015 по танцу живота. Абсолютный чемпион, трижды золотой призер своей возрастной категории. Классика, шоу, фольк, Кубка Брестской области 2016. Замужем. Трое детей. Сегодня мы покажем один день из жизни восточной дивы. Без ретуши, купюр и фильтров. И вместе с ней окунемся в магию танца. На завтрак предпочитаем с молоком шоколадные шарики, но сегодня вот заказали почему-то чай, собственно. Сегодня у нас чабрец, а вообще мяту, ромашку. Мне очень нравятся самой травяные чаи. Я редко сейчас пью кофе, предпочитаю в большей степени чай. Ну и детеныши, соответственно, тоже. Сыновья Алены очень увлеченные дети. Их день расписан буквально по минутам. Нужно успевать не только в школе, но и в различных кружках. Мальчики активно занимаются футболом и делают в этом направлении большие успехи. Они ходят в разные клубы, потому что разные возраста. А в пятницу, в субботу младшие ездили на турнир, на настоящий турнир по футболу. Вот, их команда Бобруйские, ФК Бобры наши, выиграли. Очень сильные команды были. В пятницу они играли Калинкович и Речица. Вот, а в субботу мы ездили смотреть игру, они играли, получается, с Мозырем и с Гомелем. С Гомелем вообще была спортивная школа детская, и они их тоже обыграли. Все четыре игры, все четыре победные игры, счастья было очень много, восторгу, безусловно, тоже. Вот по этому поводу нам дали медаль на тренировке, они получили большой кубок,
вот, грамоту на командную, им дали медальки, и вот мы сегодня в школу пойдем с медалью демонстрировать медали за свои заслуги. О том, чтобы иметь большую семью, наша героиня мечтала с детства, однако путь к этому был непростой и тернистый. Зато сегодня она с радостью делится своим опытом с другими женщинами. Несколько лет назад Алена открыла в себе новую грань и стала консультантом по грудному вскармливанию, пройдя уникальные курсы в Институте развития образования. Читала лекции в консультации на Ульяновской почти 5 лет. Вот, на волонтерских началах. И потом встречали меня девочки в городе. Конечно, я их не помню, потому что поток людей был большой. И благодарили, что если б не вы, если б вот там не какие-то понятия основные, базовые, мы бы, наверное, засомневались и, возможно, не кормили. А так вот кормим. Ну и плюс прихожу, помогаю, когда там действительно серьезные проблемы. Потому что чаще всего проблемы у мам в голове. Просто из-за незнания того, как это должно быть. В 8:45 Алена Арсентьева выходит из дома и идет с детьми в первую гимназию, где учатся ее сыновья. Отведя их на учебу, направляется в фитнес-центр. Здравствуйте. Здравствуйте. Пришел любимый клиент. К любимому третьему. Да. Вот уже год, как наша героиня приходит сюда для того, чтобы оставаться в отличной форме. В спортзале бывает раз в неделю. В остальное время из физических нагрузок, конечно же, танцы. Признается, для нее занятие фитнесом – это драйв и адреналин. К моим нагрузкам мои мышцы уже адаптированы, и мне захотелось какой-то встряски, вот удивить свое тело. Я пришла, и вот у Вали это блестяще получилось. Я поняла, что мне еще работать и работать. Арсентьева занимается под чутким руководством мастера спорта по бодибилдингу Валентины Козловской. Персональный тренер разработала для нее индивидуальную программу. Своей ученицей она вполне довольна. Алена, конечно, это зажигалочка. Это очень позитивный человек с активной жизненной позицией, как сейчас это слово широко используется. Но и правда, Алена, она многогранна, она активна пожизненно, она активна в своей работе. Она постоянно учится, она постоянно хочет добиваться высоких целей, которые ставит сама же перед собой. И очень близкий мне вот по духу, по жизненной философии человек. Алена говорит, не все поначалу давалось легко, но с каждым разом она покоряет личные вершины. Нагрузки для нее только в радость и отличный стимул быть всегда на высоте. Сам себя пожалеешь, а когда ты под пристальным взором строгого наставника, профессионального, то уже пощаду в большинстве своем не жди, потому что ты пришел работать, работай. Было сначала очень сложно. И было непонятно, почему не получается. Я кинестетик, и мне хотелось ощущать те мышцы, которые должны работать. Не совсем понимала, не совсем находила. Но с Валей мне это дается легко и в радость. В 17:30 Алена Арсентьева идет на занятия в свою любимую студию восточного танца, которая располагается в здании общежития по улице 50 лет в ЛКСМ. Сегодня у нее вечерние занятия с бобручанками разных возрастов. Всех их сюда привело желание ощущать себя молодыми и красивыми, открыть новые грани своей женственности и обаяния. И в этом им помогает наша очаровательная героиня. Прежде всего, это творческий человек. Это человек такой гармонии, которая, наверное, является олицетворением самой жизни. Вот то понятие в широком смысле жизнь, энергия, красота. Вот все это в себе сочетает Алена Альбертовна. Саму Алену Арсентьеву магия Востока увлекла несколько лет назад. С улыбкой она говорит, сериал «Клон» не смотрела. Просто однажды, увидев элементы таких танцев на одном из выступлений, влюбилась в белли-дэнс без памяти. Как-то мы с мужем пошли на латинские танцы в Бобруйске некоторый период времени, обучали взрослых именно латинским танцам. И однажды, придя на занятие немножко пораньше, я увидела, как в группе занимаются девочки восточным танцем. И очень-очень сильно загорелась именно им. Собственно, вот так вот и было положено начало. Огонь, любовь, интерес, все пошло, едва я увидела,
какие-то элементарные базовые движения. Услышала, безусловно, музыку, она очень манит. Загорелась. Героиня – преподаватель высшей категории, обучалась восточным танцам у именитых звезд. А сегодня сама нередко дает мастер-классы за пределами Беларуси. К слову, хореографией занималась с детства. И однажды ради танцев оставила работу бухгалтера. Мне повезло, я познакомилась с мамой белорусского балетданца Аленой Корвиль, которая меня направила, указала вектор и рассказала, где обучиться. И что для этого сделать? Собственно, так вот и пошло уже тренерское мое начало. Алена говорит, восточные танцы – это не просто эстетика, но и целая философия, которой нельзя не увлечься. Здесь, во-первых, очень удивительная музыка, действительно очень нежная, утонченная. И мне кажется, что когда девушка, женщина, девушка, девочка танцует именно наш вид танца, она очень сильно наполняется чистой женской энергией, потому что изначально этот танец был танец плодородия. И испокон веков, как бы, до наших дней, мне кажется, наполнено, сохранило свой смысл. Возрастной диапазон воспитанниц Ланы от 4 до 60 лет. Девиз студии – от дебюта до фурора. В копилке коллектива множество наград республиканского и международного уровня. Каждый влаживает свой смысл, наверное. Кто-то пришел для развития, покорения пьедестала какого-то соревновательного, кто-то пришел, чтобы просто отличиться от бытовой суеты, кого-то манит музыка, и он раскрепощается благодаря ей, потому что огромное количество девочек прошло, огромное количество судеб перед глазами за эти 10 лет, и мне очень видна их трансформация, это очень интересно наблюдать, и чувствовать себя причастной к этому чуду. Практически все красочные номера – задумка и разработка Алены Арсентьевой. Восточный танец включает в себя несколько стилей. Иногда он может сочетать в себе русскую музыку и лексику белли-дэнса. Восточная дива – обладательница высоких титулов и победительница различных конкурсов. Однако в последнее время она сосредоточилась на тренерстве. Сегодня для нее главное – раскрыть потенциал воспитанниц и передать им свой опыт. Ну, она как родной человек, с ней постоянно приятно общаться, можно совета какого-то попросить, если кроме танцев. И по поводу танцев там спросить что-нибудь. По словам Алены, чудо-танцы помогли многим ее воспитанницам оздоровить свой организм. Этот же эффект испытала на себе и сама героиня, которой ранее ставили диагноз – бесплодие. Я совершенно спокойно к этому отнеслась, и с этим диагнозом у меня вторичное бесплодие, двое деток после его установления. Я уверена, что все это наш удивительный танец. Когда девушки делают движение, характерное для восточного танца, идет хороший прилив крови к органам малого таза и большого. Там совершенно наполняются органы, обновленные кровью, скажем так, и очень-очень много плодовитых у нас уходит в декрет. С каждого потока по два, по три человека у нас уходят в декрет. Даже в этом году ко мне пришла ученица, взрослая женщина, 33 года, первый ребенок, у нее долго не получалось. Она походила к нам и сказала, я к вам больше не приду. Во всяком случае, в ближайшие 9 месяцев. 16 июня Лана презентует новые постановки в народном и классическом стиле на сцене санатория Ленина. Отчетный концерт обещает стать ярким шоу для бобручан и гостей города. Для Алены Арсентьевой жизнь – это непрерывное движение вперед. Она убеждена, чтобы быть счастливым, нужно жить здесь и сейчас и всегда слушать свой внутренний голос. Я Людмила Любимцева. Через неделю новый герой, новая история и тот же диагноз.